не дошли до советского трактора. Ты почему так назвал? Для меня это заскочение. Я просто не трактор, но в понимании моем это сооружение, так сказать, не сооружение, а то, на чем возят и так далее. Пашут землю. Советского традитору. Не, может, там у Санова тоже пешего моста. Не хиба не меньше один. Вот там тоже база моста. Ну, вот сейчас проходим подъем. Вот это подъемник на сток Нартярский. А если бы нам удалось вот так выглянуть, да, подъемник. Это как бы сегодня закрепительный обход тех сооружений старых, историчных, советских и австрийских, так сказать, что обок моего дома нового. Так я вот и сейчас мы обойдем этот форт, советский традитор. Мают несколько кондиций, насколько я знаю, с подземельная, она ведь подземная. Ну ладно, фотографии рассматривать, находясь рядом с фортом, не целесообразно. Где мы тут спустимся? Ну, это хиба гора в Пролковцах. Но ходить, конечно, не в такую вот пору. Здесь надо днём этот форт. И там вот форт Остров. Там тоже комната. То есть все было поговориться с классом. Склад все надо перехвачено. Две кондиции в форте. Естественно, посетить его нельзя. Нельзя, к сожалению.
Делп. Делп. Супер. Ну вот полазили трохи щетку. Ну, где-то новая конструкция. Или то 69-й месяц, 30-й рок. Еще здесь они 80 лет. И с кого можно снимать? 75, может, 4, наверное. Но. Червона от тих годов цитурозу.
то так и вот было все. Вот там есть форт Остров 17А или 17. Да. Так вот выглядит традитор советский, ну советский. Вот написано. То, але з гури можна було такого. Цікаво, що вони мали там якісь оборони з тилу. Ну, з гури можна було такого. Це в ній родині. То є страста на ка. Січвин, Правковці там є свої, форт Правковці. Дуже добре подобався форт Правковці, Вернер і там якого Лінтонга. Саме такі форти. Ну, навіть та Іванова Гура так, не дуже. Не дуже мені сподобало. Що ж, колеги, що тут можна перевести від 39 до 41-го сам був границей між Звенським і Радецьким німцями до цілої. А границы в том месте была так званая линия Молотова. Ну, скоро я фильмов на моем канале. Локализованы по нижней по струнке пехоты был и твердый Пшемис Традитор запомнил по вензанию огневого пункту опору Пшемис, расположенным на заход от него пункту напору Ксин. Оба пункта опору входили в склад Пшемисского районного оборонного. Вот это. Главным озброением были два становиска Л-17 с арматами фортечными. Значит, были крепостные пушки 76,2 мм 38-39 годов. Додатково до обороны вести доставано карабин, ну, пулемет 1929 ДТ Дегтярева, так, керованная огнем артиллерии отбывалась с помещения до водзения посаженного в перископ. Тут был перископ и все такое. Естественно, шляницами армат знайдовался ров диаментовый. Скром посадил высе эвакуационные властные генераторы электричные. Маскование запевняло сятка раз. Пента на стелажі, якого позасталося відочне над щеницями дзял. Тобто кондиції та армати дві. О. І отмел тен обстріл, а то є перший. То... Ага, форт Правковці, вон там тен форт Правковці. Другий. Форт Тарновцы, ну не подобалось мне там форт, не можно было найти его обезжить. Форт Шети, остров Седемнащий, да, вот, все это мы обошли. А4, это советский пункт опоры красивый. Пункт опоры был, значит, ага, вот там, Стон Дотунд, але там, вот там сам все так, а там по саму шла линия Молотова. В общем, такие пердулы, такие вот женщины, дети, люди добрые. Ну что ж, пожигнемся с традитором, идем и далее. Один из очевидцев рассказывает, вот этот дот под Замковой горой, нанес он германцам урон немалый, смел на набережной чуть ли не целый взвод,
вместе с мотоциклетами, разнес в щепки два или три обоза на подходе к Засанью, и взять его немцы ничем не могли. Тогда ихнее командование отправило на наш берег особую штурмовую группу. Как удалось ей подобраться к доту, никто не знает. Только грохнул, выбив все окна вокруг, страшный взрыв, и дот рухнул. А была еще автоматная очередь? Да, была. Но тут мнения разошлись. Одни утверждали, что все, кого гитлеровцы нашли в развалинах еще живыми, они тут же на месте расстреляли. Другие приводят в опровержение рассказ какого-то старика, которого уже нет в живых. Старик этот жил на склоне замковой горы и видел из окна своего дома, как немцы вытащили из развалин 5 или 6 трупов, а затем дали залп в честь русских храбрецов. Здесь иссякал ручеек факта, и начиналась легенда. Мучаемый сомнений, мучаемый... Уж конец сюда. Где мы? Ну, камера еще угасла, как завше. И взял он тор. Голова. И взял он. И взял. Ну вот мы сейчас завершаем нашу утечку. Кончаем нашу утечку от бункера с самым-самым. Нам хорошо помню. Гвардия помещен. Там на бунке, 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 там на бунке